Вот, друзья, идет у нас розыгрыш призов. В Валенсии проходит соревнование по металлодетектору. И вот у нас, как обычно, осенью идет самый большой розыгрыш призов. Вот можете посмотреть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 детекторов. Ну и всякие такие вот плюшечки. Это все будет разыгрываться. В общем, это где-то приблизительно 10 тысяч евро. Так что вот такие вот, друзья, кто живет в Испании, можете стать членом Федерации любителей металлопоиска. Вот у нас каждый год происходят вот такие розыгрыши.